Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, актуальные темы прошедшей, проходящей недели с гостями нашей передачи. Я сразу хочу их представить. Сегодня в эфире Дионис Спектор, политический аналитик и блогер. Дионис, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телеслушатели. И Екатерина Мур, политолог и журналист. Екатерина, приветствую вас. Здравствуйте. Ну что, может быть, начнем, поскольку оба наши гостя находятся в Соединенных Штатах, то как бы логично начать наш разговор с американской темы. А главная тема на этой неделе, ну, наверное, все-таки главнейшая. Это то, что 13 июня Дональд Трамп вновь предстал перед судом. Причем в Майами ему уже второй раз за 3 месяца предъявили обвинение по уголовному делу. И бывшего президента подозревают в незаконном хранении секретных документов, попытке помешать правосудию и даче ложных показаний. Ну вот говорится о том, что вот это новое дело выглядит куда более опасным для Трампа. Политик пока не признает свою вину и продолжает президентскую кампанию. А вот в отличие от дела, которое было возбуждено против Трампа в апреле в штате Нью-Йорк, новые обвинения Трампу предъявлены на федеральном уровне. Ну вот, независимый специальный прокурор Джек Смит, он начал заниматься этим в ноябре 2022 года, был назначен расследовать все федеральные дела против Трампа, ну вот он выступил с такими обвинениями. Ну что, Дионис, опять-таки, мы к этой теме подходили, поскольку это долгий спор Трампа с Национальным архивом о документах времен его президентства. Национальный архив затребовал документы. Трамп сказал, что он там что-то будет отдавать, что-то не будет отдавать. Вам слово, Дионис. Ну что, я думаю, что мы присутствуем на очередной части театра абсурда, который начался не вчера, который начался в 2016 году. Сегодня мы видим, значит, это очередной ужас. Я считаю, что это вообще черные дни для нашей страны. Впервые в истории Америки, впервые, значит, действующий президент вот, прямо закатывает в асфальт своего главного оппонента. Как вы правильно сказали, в ноябре 2022 года началось расследование Джека Смита. Тут нужно несколько слов сказать о самом Джеке Смите. Вот. Знаете, можно по-разному относиться к демократам, можно их любить или не любить, можно разные тут находить, играть слова, но чего нельзя отказать демократам, это в правильном таком структурном подходе к делу. Весь этот кошмар, я считаю, это больше походит на спецоперацию. Значит, в ноябре 2022 года, когда назначили Джека Смита, мы видим, что значит, спецпрокурор – это вот такой политический питбуль, которого назначили, которому дали команду ФАС, как сказал, значит, известный демократ, известный, значит, лоер, забыл, Эллен Дершевиц. Он сказал, что перед Джеком Смитом была поставлена разовая задача. И он с этой задачей прекрасно справился. Тут нужно сказать еще несколько слов о том, кто такой Джек Смит. Это человек, который занимался, был обвинителем в Гааге, который принимал участие в делах против, обвиняя Югославию. Тут нужно еще также сказать, что отдельный скандал вызвало то, что его жена оказалась продюсером документального фильма о Мишель Обаме, но об этом никто не говорит. Кроме того, Джек Смит – это человек из обоймы демократической партии, человек, который финансировал, давал деньги на кампании Обамы, давал деньги на кампании Байдена. И, как уже сказал Майк Гайес из республиканец и в Конгрессе, он сказал, что мы видим прямое нарушение, значит, интересов, мы видим о том, что Джек Смит, он не может быть, сам по себе он не может быть объективным человеком, но, к сожалению, в Конгрессе, понимаете, Конгресс — это не та сила, которая может что-то решать. Они могут как-то посодействовать, они могут создать фон, но все решается в Министерстве юстиции, байденовское Министерство юстиции, которое возглавляет небезызвестный вам Мэри Гарнер, поэтому там все очень предсказуемо. Значит, сейчас, после того, когда Джек Смит выполнил миссии, я хотел сказать, что в 2012 году была история, когда вот эти были наезды, прокурорские наезды на республиканцев, и кто был в первых рядах? Конечно же, Джек Смит. То есть, такой человек, вот я его еще раз называю, политический питбуль, он всегда есть в обойме, значит, у демократической партии, эти люди всегда выполняют определенную миссию. Я не думаю, что Трамп нарушил какой-то закон. И отдельно хочется сказать,
сказать о беседе Трампа с писателем. Ну, что вам сказать? Да, действительно, это было, наверное, это было неправильно. Наверное, это можно было промолчать. Понимаете, насколько вот с моей точки зрения... Трамп беседа Трампа с писателем, вы имеете в виду, записи существуют, да, у Джека, да, Смита, да, это, да, одна, да, из записей. Да. С моей точки зрения, Трамп, он в чем-то гениальный, в чем-то он очень наивный. Да, конечно, не было там никакого злого умысла. Просто говорили, Трамп, как всегда, говорил в открытой манере своей, человек общительный, эмоциональный. И вот он вдруг сказал, вытащил эту бумагу и показал, значит, план действия, вроде бы, как утверждает прокуратура, там был план действия нападения на Иран. Но я думаю, что там... Никто не может подтвердить, что это было написано, но я могу однозначно сказать, что, конечно, этого не надо было делать. Если бы я, например, если бы я защищал бы Трампа, я бы прямо так сказал, что в этом не было никакого злого умысла. Но мой клиент, вы понимаете, он человек очень эмоциональный, он человек очень несдержанный. Иногда там есть, конечно, элементы нарцисса. Вот нужно прямо было сказать, что это беда характера Трампа. Но Трамп все время забывает, что у него роль коллективного еврея. Он 24 часа в сутки находится под микроскопом, на него смотрят, на него реагирует, на него выискивает. Он все время об этом забывает. Из-за этого вот произошло то, что произошло. Вот я считаю, что никакого отношения к правосудию это не имеет. Это совершенно преднамеренно вымышленный спектакль, которого вся страна, весь мир это видит. Мы видим также, да, основной закон, по которому сейчас Трамп обвиняет, это закон, который был принят в 1917 году, тогда у нас был президент, 28-й президент Америки, это был Томас Вудро Вильсон. Вот. Я не знаю, где нашли этот закон. Его, видимо, он долгое время находился, наверное, в каком-то там архиве, потом его, когда пришло время, его можно было использовать, его просто вытряхнули наружу. Вот. Есть еще закон о президентских записях, который говорит о том, что президент Америки имеет полное право рассекретить любой документ. Вот это то, о чем вообще не было сказано ни слова. Те обвинения, которые сейчас мы видим, предъявляет Трампу, это, если я не ошибаюсь, там, на 400 лет тюрьмы. То есть, в принципе, вы понимаете, у демократов сейчас стоит одна главная задача. Это опорочить Трампа, сделать его токсичным, дискредитировать его в глазах своих выборов, сделать так, чтобы он вообще остался без денег, потому что мы же прекрасно понимаем, что сколько стоят все эти компании, содержание лойеров. Это просто немыслимые расходы. Вот это главная задача, которая стоит у демократов, и, к сожалению, они очень хорошо, успешно, в кавычках, справляются с этой задачей. Вот. Ну а что будет дальше? Дальше будет... Давайте мы потом вернемся к тому, что будет дальше. Я хотел бы передать слово Екатерине. Здесь я добавил бы, что основная задача, ну, опорочить Трампа, ну, куда уже дальше. С 16 года этим только и занимается поливанием грязью. Демократическая партия, леволиберальные круги и так далее, они выполняют эту задачу каждый день. Это у них домашняя работа, которая, ну, с утра идет и до вечера. Я бы сказал, что главная задача сегодня – это все-таки отправить Трампа в тюрьму. А поскольку он крайне неудобен Демократической партии, как кандидат от Республиканской партии, а там ведь разрыв, мы тоже поговорим вот о будущем, сейчас ситуация складывается следующая. Трампа поддерживает 53%, а основного его соперника по Республиканской партии, Де Сантиса, поддерживает там что-то типа 23-24%. Иными словами, разрыв просто однозначно указывает на то, что если бы сегодня проходил или праймерис Республиканской партии, то кандидатом от Республиканской партии стал бы Трамп. Ну вот такой человек должен сидеть в тюрьме, по мнению и Демократической партии, и нынешних лидеров нашего государства, Белого дома, администрации, которая сегодня состоит из демократов. Все для этого делается. И вот, Екатерина, ваш комментарий по этому вопросу, я должен сказать, что всего найдено 109 документов совершенно, ну как документов, там не понятно, листки, какие-то, может быть, и документы, совершенно под грифом совершенной секретности, секретности и так далее. Если посмотреть на то, сколько коробок было вынесено, там были вынесены десятки коробок из поместья Мар-а-Лаго, и речь идет о том, что, ну, я примерно представляю, сколько может по высоте, допустим, быть стопка бумаг в 1000 страниц. Это не так много, это там, допустим, там 5-6 сантиметров на самом деле. Иными словами, в этих коробках должны быть сотни тысяч страниц. Сотни тысяч. Из них найдены 109, которые под грифом «совершенно секретно». Что-то, видимо, Трамп знал,
что у него есть. А наверное, о большинстве он даже не догадывался среди этих стопок, что там находится. И я хотел бы добавить одну важную вещь. Во-первых, существует такое представление, как институт бывшего президента, и под этот институт обычно выделяют какое-то помещение в виде архива, он существует и так далее. Существует вот такой вот архив, такое помещение Барака Обамы, который был президентом в течение 8 лет. В этом архиве хранятся миллионы страниц документов Барака Обамы, о которых вообще никто не знает. Никто даже там не смотрел. Есть там совершенно секретные, есть под грифом секретности и так далее. Никто даже этим не интересуется. Там миллионы страниц, миллионы в этом архиве, о которых никто ничего не знает. Ну и опять-таки нужно, наверное, не забывать, что нынешнему президенту тоже предъявлены обвинения в том, что он хранил документы у себя где-то в гараже, у себя в одном из домов в Денвере. Хранил документы, в которых, также стоит гриф совершенно секретно. Поэтому здесь массу людей возмущают двойные стандарты. Все, что против Трампа, оказывается, ну, видимо, как-то так, отлетает, как от тефлона, да, вот от Байдена, от нынешнего президента. Екатерина, вам слово. Ну, вы практически сказали все за меня. Нет, тут еще достаточно можно поговорить, поверьте. Да. Ну, смотрите, мой комментарий здесь следующий. Во-первых, действительно, вы упомянули двойные стандарты в отношении Дональда Трампа. Он совершенно не идеальный, у него есть свои плюсы и свои минусы, но это не значит, что если вам этот человек не нравится, и вы считаете его, ну, в силу своих убеждений, экстремистом, это не значит, что к нему должны применяться какие-то особые правила. И то есть здесь, конечно, есть такая вещь, как закон, что дышло, как повернул, так и вышло. Обвинительное заключение не упоминает закон о президентских записях, хотя бы упомянуть его стоило бы. И не расшифровывает те поинты Трампа, которые он пытался продвинуть на тему того, что он как президент может рассекретить документы. То есть Минюст совершенно не поясняет тех вещей и не выдвигает свои контраргументы в своих обвинительных заключениях. Возможно, это будет в ходе судебного разбирательства, но сейчас, к сожалению, этого нет. И, естественно, большинство американских избирателей это видят. Если мы посмотрим на общенациональный рейтинг Real Clear Politics, мы увидим, что судебные разбирательства, они наоборот повышают рейтинги Трампа, и сейчас по общенациональному зачету Трамп опережает Джо Байдена. И вы совершенно правильно сказали, что у Джо Байдена сейчас очень непростая ситуация в связи с не только разбирательством по поводу секретных документов, но и с тем, что сейчас происходит в американском Конгрессе. И там ведь действительно четкие обвинения в коррупции. И он, конечно, сейчас ступает на очень опасную почву, и я думаю, что мы станем свидетелями того, что республиканская партия, конечно, без возмездия, то, что сейчас делает демократическая партия, конечно, они это не оставят, и это очень серьезная борьба, которая влияет на ситуацию в самой Америке. Две партии настолько разобщены и не имеют точек соприкосновения, что найти позитивные точки соприкосновения, которые помогли бы нашей экономике, развитию Америки как таковой, очень сложно. Вот меня больше всего, конечно, расстраивает именно то, что все думают только о себе, никто не думает на долгосрочную перспективу, и, к сожалению, страдают избиратели, но я думаю, что избиратели свое слово скажут в 2024 году. Ну, то, что вы сказали, вот эта коррупционная составляющая, на сегодняшний день речь идет о том, что семья Байдена могла получить от иностранных лиц до 30 миллионов долларов. Уже говорилось 5 миллионов, 10 миллионов, а вот на этой неделе Джеймс Коммен, он выступил и сказал, что речь может идти о 30 миллионах долларов. Ну, за 30 миллионов долларов речь ведет о коррупции. Нужно просто сесть в тюрьму на 20 лет.
Екатерина. Да, да, безусловно, и доказательства очень серьезные, есть диктофонные записи, и уже просто так отвертеться будет очень сложно, поэтому опять повторюсь, что Джо Байден фактически раскрыл шкатулку Пандоры, ну, де-факто сказал республиканцам фас, и они сейчас побегут. Снова это очень печально, потому что разобщенная страна, которая требует решений здесь и сейчас, вынуждена смотреть за тем, как две основные партии друг друга кусают. И обратите внимание, сейчас возрастает влияние так называемого движения No Labels, которые пытаются выдвинуть какого-то альтернативного кандидата. И как все эксперты сходятся во мнении, именно это движение может еще и Байдену подпортить и без того очень плохие рейтинги. Поэтому я думаю, что это недальновидная политика текущей администрации. Она для меня стала, ну, скажем так, сюрпризом, потому что у Байдена все ветераны. Они знают, как работает международная политика, как работает политика внутри страны, но они как-то вот показывают себя абсолютными профанами. А не кажется ли вам, что здесь зашкаливает просто опасение, что Трамп может выиграть у Байдена? Он крайне неудобен части, кстати, и республиканского истеблишмента, ну и, понятно, совершенно демократической партии. Все, что угодно сделать, даже наступая себе на ноги, стреляя, что называется, себе в ногу, лишь бы избавиться от Трампа. Совершенно верно. Я с вами абсолютно согласна. Они, им настолько застилает их страх глаза, что они не думают о долгосрочных последствиях. И, ну там, не знаю, психолог любой вам скажет, что когда человек действует из страха, он, конечно, действует себе во зло. И я думаю, мы станем свидетелями этого. Ну, кстати, у меня вопрос и к Дионису, и к вам, Екатерина, вначале к Дионису. А на ваш взгляд, какая здесь причина, зачем Трампу нужны были секретные документы? Ну, можно опять-таки здесь вообще говорить, а зачем Байдену они нужны? Но Байден, в отличие от Трампа, он говорит о том, что со следствием он будет кооперироваться. А здесь, опять-таки, со стороны прокуратуры еще, что называется, один момент в сторону Байдена, Трампа. Трамп говорит о том, что он не будет кооперировать, это не ваше дело, я мог рассекретить документы и так далее. Байден тут же говорит, я готов со следствием сотрудничать. Но в данном случае, вот Дионис, зачем, ну, мы сейчас говорим о Трампе, зачем Трампу нужны были эти документы? Там вообще какая-то странная аудиозапись, где в гольф-клубе он говорит о каких-то секретных вещах, при этом, как говорит прокуратура, слышен шелест бумаги. То есть он в гольф-клуб пришел с какими-то секретными документами, об этом там с кем-то разговаривает, и при этом еще шелестит этими бумагами. Ну, какой-то абсурд, на мой взгляд. Или здесь какой-то вот психологический момент, Дионис, о чем вы уже, собственно говоря, сказали, что Трамп, он в немалой степени враг самому себе. Да, я думаю, что это вот последнее в гольф-клубе, это больше похоже на конспирологию. Я согласен с тем, что при всем моем уважении Трампа, я считаю его гениальным человеком, но я считаю, что вот действительно, если нужно было держать, он сам себе вот вытащил пистолет и сам себе выстрелил в ногу. Ну, понимаете, это беда характера Трампа, вот такое, но другим не будет. Ну, это же не является поводом для уголовного расследования. То есть это было просто, понимаете, когда человек эмоциональный, простой, наивный, он всегда что-то ляпнет, он не может говорить все время умные вещи. Человек не робот, чтобы постоянно говорить разумные умные вещи. Время от времени любой человек может что-то ляпнуть. Я уже не говорю о том, что несет сейчас наш президент. Вот это уже отдельная история. Почему Трамп это сделал? Я думаю, что главная причина – Трамп отталкивается от закона о президентских о документах, который позволяет президенту рассекретить любую информацию. Это, в общем-то, еще до Трампа началось. Любой президент Америки, значит, впоследствии создает библиотеку, фонд, например, фонд Клинтона, библиотека Обамы. Я думаю, что Трамп в этом плане, он просто следует американским традициям и не преследует никаких целей. Ведь, понимаете, я далек от мысли того, что даже предположить, что Трамп это какой-то агент влияния, что он был причастен в шпионаже. Это было просто, вот, я думаю, что
для чего он это сделал? Для того, чтобы в нужный момент, если он захочет написать какую-то книгу, чтобы он под боком у него был материал, чтобы у него была база данных, чтобы он в любой момент мог обратиться к этим документам. Я не вижу в этом совершенно никакого умысла. Хотя сейчас, наверное, значит, будут ему пришивать, говорить о том, что я знаю, как у нас это делается. Когда, знаете, Геннадий, когда у нас 92% прессы играет в одни ворота, то очень легко предположить, что они будут нести. Нет, я не вижу в этом никакого совершенно какого-то преднамеренного желания навредить своей стране. Я говорю, что Трамп человек очень наивный, и он всегда старается следовать закону. Если есть закон о президентских записях, который позволяет президенту, значит, безбарьерно, беспроблемно рассекретить любые документы, он следовал этому закону. Но, понимаете, тут уже я вам скажу, что ближайшее окружение Трампа и, наверное, лойеры, наверное, могли ему что-то подсказать. И последнее, Трамп все время забывает, что вот его совсем по-другому рассматривают. Трамп — это не Обама, Трамп — это не Байден. То, что будет позволено Хиллари Клинтон, когда разбивали молотком все эти улики, в жизни не простят Трампа. Он до сих пор этого не понял. Не хочет, то есть он это озвучивает, но ведет он себя так, как будто он этого не понял. Ну что делать? Мы его любим не за это, как говорится, Трампа. Ну, я должен добавить, что вы говорите об адвокатах, которые могли ему подсказать или не могли ему подсказать. А это еще одна проблема Трампа. Такое впечатление, что он никого не слушает. Я когда-то сказал о том, что я считаю, что он, ну, как историческая личность, как президент, он очень много сделал для Соединенных Штатов и сделал бы еще больше, в отличие от нынешнего президента. Сделал бы еще больше, если бы он второй срок был президентом, вторую каденцию. Но я бы никогда не хотел бы иметь такого человека у себя в друзьях. Он никого не слушает, и в данном случае его адвокаты, вы говорите, подсказать. Они отказались его представлять. У него проблема сейчас с адвокатами, поскольку ряд адвокатов по тем или иным причинам отказываются представлять его в суде. И вот те два адвоката, которые, ну, до последнего времени представляли его, они закрыли свою команду, и они отчалили, что называется. Это все вот какие-то такие личные качества, да, президента. Ну, он, видимо, с одной стороны, исходя из своего бизнес-пути, да, это человек, который умеет договариваться, он выстроил, собственно говоря, свою империю. Я напомню, что отец ему передал какие-то деньги в свое время, он был застройщиком, но это именно Трамп, который вот задумал вот эти многопанельные дома для людей со средним доходом, которые называются вот теперь Трамп-тауэры там и так далее. Это, собственно, бизнес, который он раскрутил самостоятельно. Значит, он умеет договариваться, он, в принципе, договорноспособный, но в каких-то моментах вдруг мы видим человеческие качества, видим, какие-то отталкивающие есть. Итак, у меня вопрос к вам. Ну что, Екатерина, как журналисту и как женщине, да? Вот мы сейчас говорим уже о личных качествах. Зачем ему нужны были эти документы? У вас есть ответ на этот вопрос? Ну, в конце концов, нашли к чему прицепиться его враги и прицепились все-таки. Ну, я думаю, что здесь действительно есть такая тема, как некий психологический портрет. И Трамп подходит к управлению Америкой как к управлению своей корпорацией. Он считает, что это его, вот, и только он может этим управлять. И я думаю, что здесь действительно играет роль, что он не политик, он аутсайдер, он не знал, куда он идет, он не знал, как работать с истеблишментом. Несмотря на то, что он долгое время был включен в него и являлся крупным спонсором Демократической партии, но при этом он все-таки видел вот Америку как большое глобальное предприятие, проект, контракт, который он должен поднять, там, показать свою эффективность, и вел себя, в принципе, как ведут себя обычные CEO в крупных корпорациях. А в политике так не бывает. Необходимо учитывать законы, необходимо учитывать игроков с той, с другой стороны. Ну вот я думаю, что здесь именно в этом вопрос. Что касается, зачем ему эти документы, да, вопрос очень серьезный. Я не исключаю, что, возможно, он пытался скрыть какие-то, не знаю, детали, да, которые на самом деле, наверное, не играют особой роли. Но, опять-таки, когда человек действует из страха определенного, это ему во зло. Ну, возможно, здесь... А какой здесь страх? О ком страхе вы говорите?
Ну, возможно, были какие-то документы, да, какие-то переговоры. Вспомним, например, у него уже есть опыт условной психологической травмы, когда за какой-то обычный разговор с Зеленским ему светил импичмент. И, возможно, есть какие-то незначительные детали, которые он хотел бы скрыть для того, чтобы потом к нему не привязались. То есть у него есть реальный страх, опасение, что потом против него что-то могут использовать. Тем более, что приходит администрация, которая категорически плохо к нему настроена. А у него есть еще стремление занять опять этот пост. То есть мы можем рассуждать, ну, знаете, как гадание на кофейной гуще, но, возможно, есть что-то, чего он хотел бы скрыть. Вот. Но сделал он это неправильно. Действительно, у него есть определенные полномочия для того, чтобы это сделать законно, но то, что я читала в комментариях юристов, должен быть какой-то шаг, который говорит о том, что я это рассекретил. Ты просто не можешь взять документы и сказать, все, теперь они рассекречены сам себе. Ну, то есть должно было быть какое-то поручение, какая-то записка, да. Но он это сделал сам по себе, посчитал, что никто на это не обратит внимания. Обратили, и, как мы говорим, к нему очень повышенное внимание, и к этому именно и придрались. Ну, получается, что он работает на своих врагов в какой-то степени. Конечно, да. Друзья, мы прервемся на техническую паузу, после чего вернемся в нашу программу.